Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать и рассказать про зимину, а также предложить вам приобрести вот такие вот сеянцы, которые у меня выросли, азимины. Азимина – это экзотическое растение. Азимина трехлопастная, также ее называют банановым деревом или пау-пау. Плоды имеют необычный экзотический вкус. Мякоть спелого плода зимины мягкая, беловато-желтая или оранжево-желтая, с приторно-сладким вкусом и приятным ананасово-земляничным ароматом. Она богата фруктозой и сахарозой, а также микроэлементами. Вкусом зрелая зимина немного напоминает банан и манго. Растение обладает лекарственными свойствами. Его семена содержат алканоид азиминин. Издавна применяют как рвотное средство. Отвар листьев обладает мочегонными свойствами. Согласно последним исследованиям, препараты из зимины оказывают противоопухолевое и антимикробное действие. Зацветает азимина примерно на 4-5 год. Перекрестно опыляемая, поэтому необходимо для обильного плодоношения высаживать по 2 растения. Азимина выдерживает морозы до минус 30. Неприхотливо в использовании, практически не поражается вредителями и различными заболеваниями не подвержена, поэтому очень привлекательно для высадки на своем участке. Азимина также в первые годы своей жизни требует определенного ухода, то есть в первый год жизни, как делаю я пересаживаю азимину в 7-литровые горшки, то есть большего объема. Она растет весь сезон до заморозков в них. После этого эти горшки мы убираем в погреб, куда-то в помещение, где-то примерно плюсовая температура плюс 5-4-5 градусов находится. И она зимует вот в этих горшочках для следующего сезона. А в следующий сезон уже она за период вегетации вырастает еще больше, уже становится крепче и уже меньше подвержена обморожениям и заморозкам, и поэтому ее можно уже на второй год высаживать на постоянное место, где она будет дальше расти. При этом во избежание и максимальной акклиматизации азимины в новом месте я рекомендую ее укрывать с северной стороны от вот этих холодных северных ветров. То есть какое-то придумать укрытие, как это укрывают грецкие орехи вот в средней полосе России. Вот. Таким образом, в принципе, она спокойно до минус 30 градусов выдерживает. Если, вот, допустим, взять нашу Нижегородскую область, я буду высаживать ее в Нижегородской области, и у нас, судя по последним зимам, температура воздуха не опускалась ниже 25 градусов, поэтому она вполне подходит для, уже вполне стала подходить для посадки в нашем регионе. Также азимина в первый год требует затенения, поэтому в избежание ожогов на молодых листьях рекомендуется ее поместить по затеняющей сетке и в течение сезона наблюдать, как оно растет. И сейчас я вам хочу показать сеянцы, которые у меня выросли. Это вот сеянцы азимины примерно 16-25 сантиметров высотой. Вот такие вот красавцы. Вот этот вот побольше. Подробнее о том, сколько стоит, и вся интересующая информация будет в описании к этому видео. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео. Пока!